Всем привет! Сегодня буду ремонтировать бампер. Покажу первый метод моего ремонта. Так как же его отремонтировать? Вот имеем разлом, деформацию на бампере. Вот так вот выдран кусок. Значит, и первым делом я это место подогреваю и свожу все швы разломанные. Для того, чтобы потом зафиксировать степлером. Сильно нагревать не надо, чтобы не растянуть пластмассу. Иначе она обвиснет и будет больше проблем. Итак, более-менее свел. И теперь степлером все это фиксирую для дальнейшего ремонта. Ну и так, зафиксировал степлером и сейчас пропаиваю разлом. Скобы от степлера нагреваю и впаиваю в пластмассу, чтобы они поглубже вошли. И пропаиваю весь разлом. Где надо, чуть подогреваю. И пропаиваю с двух сторон. Ну вот, пропаял. Подшкурил, посмотрел, где есть неровности, выпуклости, ямы. И теперь путем нагрева феном, опять же, сильно перегревать не надо, я все это убираю. Пользуюсь фигурной отверткой толстой. Там, где бугры, сажаю. Там, где ямы, изнутри выдавливаю. Итак, все подровнял. Сейчас 40-м номером зачищаю все швы от пайки и изнутри тоже. Внутри защищаю поровнее, чтобы потом проклеить это место. Проклеиваю здесь полиэфирной смолой со стеклотканью. Итак, проклеил, зачистил. Ну и как бы бампер отремонтировал. Вот и все. С вами был Артур. До скорых встреч. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока.